Canotti, Triple G Golovkin. Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC шведский боксер Баду Джек заявил, что хотел бы провести бой с чемпионом в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, если тот решится подняться в весе. Головкин единственный, бой с которым получится большим, но он состоится, если только тот поднимется. Но он в другой телевизионной сети, здесь уже политика. И я не знаю, хочет ли он подниматься в 168 фунтов. Я слышал, что Головкин не хочет драться со мной и Джеймсом Дигелом, потому что мы недостаточно большие имена для него. Я знаю, что пока небольшая звезда, я это понимаю. Но это был бы лучший вызов для него, чем драться с полусредневесами или прочими. Мне нравится Головкин и нравится то, как он дерется, заявил Джек в интервью FightHype.com. Швед также добавил, что хотел бы провести бой с Дигелом, владеющим поясом IBF. Я хочу еще один пояс. Это очень прибыльный бой. Самый лучший дерется с самым лучшим. Именно это хотят видеть фанаты, добавил Джек. Ранее тренер Головкина Абель Санчес рассказал, что не видит для своего подопечного причин для перехода в 168 фунтов. По его словам, Головкин сосредоточен на объединении всех титулов в своем дивизионе, прежде чем он решит подняться в весе. Санчес также объяснил, почему бой между Головкиным и экс-чемпионом мира во втором среднем весе Андре Уордом невозможен.